Сержант, вижу машину! Давай, давай. Птица желтая в окне! Птица желтая в окне! Клювик, хвостик, все при ней! Эй, друг, ты из Виргинии? Мисс Баттл, а Брэндон дома? Нет его. У меня всего пара вопросов о службе Брэндона. Ваш сын когда-нибудь упоминал имя Дэниела Мёрфи? Не знаю, что вы продаете, но мы обойдемся. Что вы, я не вербовщик, мисс Баттл. Один раз вы его заполучили, больше не выйдет, ясно вам? Спасибо, что помогаешь ему. Не за что, мы друг за друга горой. Обещай, что позаботишься о нем. Да, как иначе? Вперед, пошли, пошли! Внимание, окно на втором этаже! Парни, слушайтесь меня во всем. По-любому, сержант. Давай без вот этих твоих по-любому. Слушайтесь, и я вас прикрою. ПУР, это что? Подразделение уголовных расследований. Они убивают наших, а мы убьем их. Гражданский транспорт! Давай, назад! Что там произошло? Я ни в чем не обвиняю армию, я просто хочу знать, где мой сын. Он еще там! Цель на один час! Стоп, стоп, стоп! Новый повелитель бури. Захватывающий. Жесткий. Сильный. Отставить! Вам можно доверять, правда? Так точно. Тай Шеридан. Я не хочу быть таким. Мёрф! Мёрф! Олден Эренрайк. Тайны сжирают нас изнутри. Брэн? Тони Коллетт. Я больше так не могу. Кем ты стал? Мам, хватит. Джейсон Патрик. Думаешь, твое молчание кому-то поможет? Пора, сынок. Джек Хьюстон. Превратим реки в пустыню. Все эти твари сгинут. Дженнифер Энистон. Не дай бог что-то случится. Я хочу, чтобы ты первым мне сообщил. Ложись! Кем ты стал? Вы просили, чтобы я первым вам сообщил. Я слушаю. Желтые птицы. Птица желтая в окне. Птица желтая в окне.